Всем привет, с вами Селиванс Екатерина. Я вам расскажу про клиентские чаты, как их вести, откуда брать там людей. Смотрите, информацию в этом чате клиентском мы выкладываем утром. Она людьми лучше воспринимается, больше заказов будет, если вы будете выкладывать утром. У них есть весь день, чтобы почитать, посмотреть. Или они едут на работу, им там скучно в автобусе или что-то такое. Дальше. Какую продукцию мы там выкладываем? В Фаберлике у нас есть балл за 40 рублей, за 75 и за 150, поэтому мы высокобалловую продукцию выкладываем там, чтобы заказы наши были больше и, соответственно, наш доход был больше. То есть косметику выкладываем, крема, набор хостовары отдельно, ну, поменьше старайтесь выкладывать, но очень хорошо берут наборы. Вот эти картинки, наборы, которые у нас есть в готовом обучении, идут просто на расхват, все пишут «хочу набор», прям как на картинке, точно такой же они хотят. Потом витамины выкладываете, тоналку выкладываете. Ну, колготки, например, тоже берут хорошо, но они по высокому баллу идут, поэтому я не рекомендую заморачиваться там вообще с одеждой, нижним бельем и все такое. Вот, коктейли идут по высокому баллу. Коктейли для похудения, очень хорошо продвигается тема для похудения, потому что все хотят худеть, даже самые худые, про которых даже не подумаешь, что они хотят худеть. Тем не менее, факт остается фактом. Чат занимает вести 15 минут в день. А что лучше вообще, Viber или WhatsApp или Telegram? Вот Telegram вообще ни в коем случае. И WhatsApp он лучше, чем Viber. Хотя в Viber есть преимущество, то, что людей там больше может добавить, и историю сообщений видно новичкам. Но в WhatsApp сидит большинство, всплывающие сообщения смотрит там большинство людей, и он все-таки эффективнее. Потому что все, которые к нам обращаются по рекламе, 90%, 95%, они все-таки по ссылке в WhatsApp переходят, чем в Viber. Но если это, например, регион Украина, там больше сидят в Viber, то значит вам нужно открывать в Viber чат. Но в основном большинство людей сидит все-таки в WhatsApp. Вот. Дальше. Сначала мы, значит, создаем этот чат, открываем, название придумываем, оформляем, статус там в WhatsApp ставим, правила, приветствие продумываем, расписываем, приветствие, что за чат, о себе там, какая продукция, какие акции и все подобное. Значит, откуда мы берем людей? Вообще мы должны все время пополнять чат людьми. И чат без людей, он не работает. Соответственно, для кого вы всю эту информацию отправляете, продукцию? Значит, первое. Трафик мы делаем с Инстаграма. Инстаграм ведем продуктовый. Ну, как ведем? Мы его заполняем за 2 часа. Можем вести продуктовую страницу в Одноклассниках. Можем вести ВКонтакте продуктовую страницу. И группу, и страницу можем там вести. А в Инстаграме только аккаунт. И в ТикТоке один аккаунт продуктовый. Даже на стадии раскрутки, да, когда вы только там начинаете, несколько еще видео выложили о продукции, ссылка должна быть у вас на WhatsApp чат. Но ссылку, например, в ТикТоке нельзя выкладывать прямо на WhatsApp чат. Нужно выложить на электронную визитку, потому что приветствует именно ссылку на сайт. И вот эта электронная визитка, она воспринимается как сайт. И в ней у нас ссылка будет на клиентский чат. Ну и персональный WhatsApp, Viber, контакты кружочками, такими мессенджерами. Вот. И можно делать ссылку на прямую регистрацию в первый уровень, написать, что самостоятельная регистрация со скидкой 20% плюс подарок. Вот. Это все, что там нужно в электронной визитке. Обязательно первая ссылка – это на клиентский чат, на свой WhatsApp. Весь трафик сливаем туда, с соцсетей. То есть Инстаграм, Одноклассников, ВКонтакте, ТикТок. Ну, достаточно на самом деле Инстаграма и ТикТок. Вот, оттуда, то есть если у вас нет вообще никаких ни знакомых, ни родственников, кого добавить в чат, нигде вы не состоите, весь перелив трафика будет оттуда, много людей приходит. Потом мы можем брать людей номера с Авито, с Юлы, кто продает детскую одежду, в номера записывать. Можно через Google контакты их всех списочком туда закинуть. И также мы можем брать людей из других чатов. Например, вы состоите в каком-то чате WhatsApp,
ну, все из нас состоят в каких-то чатах, сейчас их развелось просто тьма. Какие-то женские, по отношениям, может быть, кулинарные, соседские чаты, по району там куплю-продам, садиковские, родители тут, родители там, значит, какие-то музыкальная школа или что-то еще. В общем, со всех чатов, где вы успели поучаствовать в каких-то там тренингах, обучениях, там есть контакты людей. Вы эти контакты берете, ну и всем отправляете в личку приглашение, что мы с вами с такого-то вот состояли там в музыкальной школе, допустим, или, ну, можно не объяснять вообще это, как хотите, на усмотрение отправляете, что про ваш чат, информацию и ссылку на ваш чат. Но лучше это все делать со второго аккаунта, не там, где вы владелец, админ этого чата, лучше сделать себя вторым админом со второй сим-карты и приглашение слать с другого. Поэтому, если вы боитесь, что это ваши знакомые там вдруг увидят, да, вам это не хочется, с левой сим-карты называйтесь любым именем и приглашайте их с левой сим-карты, вот этих людей. Поэтому, то есть проблемы вообще никакой не будет, они зайдут в чат, они вообще вас знать не знают, кто вы такой, вы же свои фото там не шлете. Вы шлете только фотографии продукции. Вот, а заказ отправляете там, ну, как сказать, на пункт выдачи или регистрируете человека. Значит, еще есть трафик с Ютуба. Даже если вы выложили всего несколько видео, даже чужих видео в Ютуб, отдельный можете вести продуктовый Ютуб. Если у вас есть один Ютуб на бизнес, личный бренд, и вы там не снимаете продукцию, может быть, что-то обучающее снимаете, тогда заводите второй Ютуб, продуктовый. Либо если у вас один общий Ютуб, и там и личный бренд, и обучающее, и бизнес, и продукция, тоже там отдельный плейлист можете завести насчет продукции. К вам будут приходить уже оттуда люди, которые хотят непосредственно заказать, то есть уже подогретые люди, которые хотят конкретно что-то заказать там. Вот. И там под Ютубом оставляйте ссылку на свой чат. Значит, то есть вот эти все методы, ну, в чате еще задавайте вопросы. Что там вам завтра прислать, на какую серию или линейку вы хотите, что вам побольше озвучить. Может быть, там про чаи, может быть, там такой вид косметики, для какого возраста, ну и так далее. Еще разбавляйте чат периодически каким-нибудь гороскопом, каким-нибудь легким рецептом. Вот. И нужно вести чат каждый день. Вот это очень важно. И добавляйте людей каждый день, и ведите чат каждый день. А вообще, откуда брать материалы? В нашей структуре есть готовый чат с готовыми материалами, видосы, наборы, описания текстовые. Это все в готовом виде есть. Но если у вас по каким-то причинам нет, спрашивайте у наставника, да? Если у вас по каким-то причинам нет, то значит вы делаете это самостоятельно. Скачиваете картинки с интернета, там кастрюля до, кастрюля после, да, ну вот поняли все, о каких картинках идет речь. Видосики короткие, можете с ТикТоков скачивать, с Инстаграмов скачивать видосики короткие или картинки. Или брать с сайта. Но не надо с сайта брать описание, всю простыню. Буквально несколько там фраз взяли, самое полезное про средства. И можно скрины даже отзывов тоже сделать. И если вас что-то спрашивают по продукт, в Faberlic есть очень хороший поиск, миллион отзывов, и вы все это можете прочитать и посмотреть, и ответить клиенту. Допустим, если ваш наставник сейчас занят или спит, или спросить в чате, ну, сами вы быстрее посмотрите на самом деле про этот продукт, даже если вы сами никогда им не пользовались. Там все расписано будет про этот продукт. Вот. Для сторонних структур обучение по бьюти-чату у меня стоит 1999 рублей. Пишите мне на WhatsApp, я вам вышлю более подробно о результатах бьюти-чата своих и отправлю обучение. В это входит и моя персональная консультация, созвон тоже, помимо обучающего канала. Так что клиентские чаты приводят очень много людей. Если вы прям будете вести ТикТок, по 5 видео выкладывать новых в день, например, и в Инсте тоже, естественно, то к вам может приходить вообще до 100 покупателей в день. Это представляете, какие большие обороты. Сейчас я вам по деньгам схожу. Если вы продали онлайн, получается, с помощью чата этого, на 100 000 рублей,
ваша скидка, берем среднюю скидку 26%, ваша прибыль 26 тысяч рублей. Вот, если вы на 300 тысяч продали, значит 78 тысяч рублей вы заработали. Представляете, вы просто раскидывали там по 3 поста рекламных в день, занимая 15 минут, а заработали 78 тысяч рублей. Вот, а многие больше зарабатывают, на самом деле, это за один каталог трехнедельный. Метод очень шикарный, самый тренд и самые большие продажи. Вот у меня в структуре есть люди, которые делают до 1700 личных баллов. Есть кто по 1000 делает, есть кто по 600, по 300, очень много, 450, да, баллов делает. Раньше практически не было VIP-ов, пока не появились вот эти методы. И сейчас появилось очень много VIP-ов. Если вы научите в клиентском чате, еще оттуда возьмете 10 человек, да, ну, то есть на бизнес, так сказать, на менеджера, обязательно периодически их тоже там нужно пригласить. 10 человек вы всего научите делать по 300 баллов, это уже ваша зарплата составит 41 тысячу рублей постоянно, каждые 3 недели, да, и плюс премия 110 тысяч рублей. Ну, чем дальше, тем выше, естественно. Соответственно, думайте, это все очень можно делать быстро и легко. Здесь не надо 6 лет учиться в институте, не надо очень много всего читать, просто сразу берешь и делаешь, сразу нажал там кнопочку «Создать чат» в WhatsApp, сразу назвал, приветствие придумал, а готовый материал уже берешь, и все. И, в принципе, времени много реально не занимает. Вот. А TikTok, он занимает время, да, Instagram, но у нас же есть готовые материалы, можете свои новые переснимать, но это, в принципе, тоже, может быть, час в день займет. Это не нужно сидеть там с утра до вечера, какие-то клепать видео с утра до вечера. Нет, это все очень быстро, потому что видосы до 40 секунд там делаем. И чужие тоже можно выкладывать первое время. Вот. Какие программки, всякие разные фишки, примеры приветствий, что писать людям, все скрипты, это все у нас есть в обучении. Поэтому, ну, вы можете и по-своему, в принципе, делать, но лучше использовать уже проверенные, конечно, схемы. Так что всем больших продаж, огромных чеков, и используйте этот практически, это один из самых эффективных методов работы. Вот. Face in your face.